Так, спасибо, вижу десяточки. Сегодня мы с вами, значит, проведем вебинар на такую тему. Первые клиенты из YouTube-канала. YouTube-канал – это самый мощный инструмент для продвижения своего бизнеса, своего бренда. А как вы думаете, YouTube-канал – это социальная сеть? Поставьте плюсики. Кто считает, что YouTube-канал – это такая же социальная сеть? Или вы считаете по-другому? Да, правильно, Татьяна. Это такая же социальная сеть, как и ВКонтакте, только это сеть совсем... Как сказать, что здесь происходит общение, так же, как и в других социальных сетях, только здесь люди общаются через видео, через комментарии, которые пишут ваши подписчики. Вот так происходит у нас здесь общение. С помощью видео вы создаете очень мощную рекламу. И как, чтобы к вам люди шли на ваш канал и подписывались, и были вашими партнерами? Ну, во-первых, нужно привлекательное оформление канала. То есть, когда человек заходит на канал, чтобы он уже не смог уйти с вашего канала. На YouTube-канале вообще самый высокий уровень доверия. То есть, выстраиваются доверительные отношения с целевой аудиторией. Почему? Потому что здесь либо человек передает через видео о чем-то о себе, то есть он передает голосом, либо открывает камеру и рассказывает о себе, о своей компании, где он работает, рассказывает какую-то свою историю. Вот поэтому выстраиваются и доверительные отношения. Значит, многие думают, что, значит, ну, некоторые, конечно, стиль видео здесь разный. Например, требуется дорогая, да, аппаратура, но люди, которые снимаются как бы в костюме, в пиджаке, то есть они себя позиционируют как вот настоящий там бизнесмен, например. У них дорогая аппаратура, их как еще называют, блогеры, да, вот такие люди, конечно, они вот, такой стиль у них вот снимать видео. Ну, а также есть стиль и спонтанно снимают, когда едут в машине, когда едут, например, в поезде даже, да, куда-то полетели в путешествие, на курорт там, тоже снимают видео, то есть это спонтанное уже. Что в первую очередь мы показываем на своем YouTube? Это свою экспертность. То есть то, что мы умеем делать, то, что мы знаем, да, мы передаем здесь свою экспертность. Вот, например, ВКонтакте, да, когда вы пишете пост, он же у вас быстро-быстро-быстро убегает уже как бы вниз, да, его уже никто не видит. А здесь, если вы создали какое-то видео и очень полезное, интересное, его могут смотреть много лет. Не то, что там год-два, но может даже много лет смотреть это видео, оно будет актуально. Поэтому вот как YouTube-канал, это многофункциональный. То есть вы, значит, сделали видео, также делитесь с ним в социальных сетях. И на Ютубе говорю, ВКонтакте, Фейсбуке, в Твиттере. Ну, вы знаете, что там есть такая кнопочка поделиться, и вы делитесь. Ваши друзья смотрят ваше видео, тоже делятся. Здесь, понимаете, очень мощный трафик. Мощный трафик, он передается, ваши друзья передают ваше видео другим своим друзьям. Вы представляете, какой здесь трафик? И поэтому здесь как бы лучше и быстрее можно продвинуться. Значит, вот так, ой, что-то у меня с интернетом.
Также вот подписчики и лояльные клиенты, это у вас тоже также будут здесь. То, что здесь трафик действительно бесплатный. Трафик бесплатный. Вы делитесь видео, делятся ваши друзья, и трафик у вас вот так растет. Самое главное, что нужно сделать? Правильно настроить канал, правильно описать видео, как я уже говорила, по ключевым словам. Правильно подобрать вот эти теги, тему, которую вы продвигаете. Вот тогда ваше видео, вы запустили, например, один раз свое видео, все, и оно у вас пошло по интернету. Его там посмотрят, много-много будет просмотров. Вот в чем еще здесь вот такая фишка, что действительно здесь очень быстро можно продвинуться. Вот аннотации. Ну, я думаю, у вас у всех есть YouTube канал. Поставьте плюсики, у кого есть канал. Меня не слышно, наверное. Давайте звук проверим. Так. Ну вот я тоже говорю, что у людей, у многих есть каналы, но они не продвигают эти каналы, да, не обращают внимания на канал. То есть говорят, ну вот, ну почему, например, вы не ведете канал? Или вы не знаете, как продвигать свой канал, либо у вас нет времени. Многие люди говорят, что мало времени, некогда канал вести. А вот, например, даже такие бизнесмены, которые уже там миллионеры, они также ведут свои каналы. Даже у них есть, то есть бизнес на земле, но они ведут свой канал. И говорят, что вот с Ютуба клиентов даже больше. Ну там, конечно, они применяют еще платный трафик. Да, нужна система, да, Людмила, нужна система. Ну, не то, что система, а вот именно, что когда вы правильно настроите канал, правильно будете, значит, видео описывать, тогда у вас вот и выстроится такая система. И никогда не бойтесь начинать, значит, продвигать себя, продвигать свой бизнес через YouTube канал. Многие говорят, вот не умею делать видео. А ведь можно научиться, всему можно научиться. Но даже, допустим, не умеете делать видео, можно, значит, чужие видео закачивать по теме. А вот что я об аннотации хотела сказать. Это когда в конце видео, да, есть у нас на Ютубе такое, чтобы добавлять аннотации. То есть это подписка на канал обязательно, и видео, на которое вы хотите направить зрителя. На который вы хотите направить зрителя еще, чтобы зритель ваш посмотрел там, например, еще какое-то видео, или направить, например, даже на ваш сайт, который закреплен за YouTube каналом. Блоги обычно тоже закрепляют. И вот, значит, здесь вот с правой стороны добавить элемент, вот здесь можно добавлять, и потом вот это все сохранить. Вот повыше кнопочка «Сохранить». Нажимаете «Сохранить», и вот это все сохраняется. Также подсказки. Вот в правом верхнем углу есть вот такая вот, такой вот значок. Подсказку вы можете дать то же самое на то, чем вы занимаетесь, что вот, какая у вас основная деятельность, например. Вот тоже можно сделать такую подсказочку. Ваше видео проигрывается, и вот здесь вот справа, и кто нажмет на эту подсказку, здесь уже будет написано, вот, что вы там подсказываете, куда ему пройти, посмотреть еще что-то. Вот, значит, шапка канала. Это у нас, вот, я думаю, самое главное. То есть это такое место, куда можно вставить ссылку либо на ваш сайт, либо на вашу там компанию, что вы там рекламируете, да. И также здесь у нас есть кнопочки социальных сетей. Ну, на тренинге мы будем это уже рассматривать более подробно, и будем это все с вами настраивать.
Вот. И у вас вот так вот настроится здесь вот. Обязательная информация о канале. Вот видите, здесь должна быть тоже описание канала, что вы здесь будете проводить, то есть какую тему, что вы здесь будете делать, да, на своем канале. Затем вот ссылочки можно, видите, ссылки. Вот почему я и говорю, что YouTube канал действительно многофункциональный, потому что здесь вы продвигаете не только YouTube канал, но и продвигаете свои социальные сети. Вот многие этого не понимают. Они говорят, ой, да некогда мне там работать на этом YouTube-канале. А вот действительно, здесь продвижение это быстрее. Вот преимущество YouTube-канала. Значит, YouTube-канал связан с Google. Google в 2006 году закупил вот YouTube-канал и вот продвигают. По поисковой системе YouTube-канал занимает второе место. Здесь находится вся мировая аудитория. Это более миллиарда человек. Представляете, сколько человек находится вот на этом YouTube-канале? Это вот даже Яндекс и то отстает. Яндекс на третьем месте. Значит, вот статистика YouTube-канала, да, у нас тоже там есть на канале у каждого статистика. Дело в том, что здесь все бесплатно на канале. Мы можем бесплатно найти любую информацию, да, поисковую, в поисковик забиваем, и мы находим любое видео, которое мы захотели посмотреть там на любую тему. И все это бесплатно. Мы здесь не платим ни копейки. Также продвигаем вот свой бренд, бренд компании, бренд продукцию, да, свою, то есть компанию, которую мы продвигаем. Это все тоже бесплатно. И вот у нас, значит, статистика, что в 2012 году просмотров за 2012 год, только за 2012, более 1,5 триллионов просмотров. Но я вам могу дать сайт потом, где можно просмотреть вот эту всю статистику. Также у нас здесь какое преимущество? К нам идут здесь живые подписчики. Те люди, которым нравится наш канал, наше видео. Вот они идут. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Вот вы ведете все каналы. Сколько подписчиков на ваших каналах? Поставьте, пожалуйста, просто цифру, сколько подписчиков на канале. Здорово, Татьяна. Здорово, очень хорошо. А еще у кого? Пишите, не стесняйтесь. Мало подписчиков, мало пишите. Много, пишите много. Самое важное, чтобы начать работать с YouTube-каналом, не стесняясь, 59 тоже неплохо, если у вас только начинаете только канал. Значит, вот у вас 59 уже подписчики те, которым нравится ваш канал, нравится ваше видео. Это очень хорошо тоже. Те, кто в начале, никогда не бойтесь, никогда не стесняйтесь. Делайте как, ну, как получается, старайтесь. Сегодня, например, у вас получилось плохо, завтра будет лучше, и с каждым шагом будет лучше и лучше. Просто надо начинать работать. YouTube канал действительно очень хорошо продвигает и нас, и наш бизнес. Вот какие мифы ходят о канале? То, что вот нужна там дорогая аппаратура, камера какая-то, это, конечно, неправда. Можно без аппаратуры, безо всякой делать, создавать видео. Не обязательно камера нужна. Ну что вот еще, что действительно у многих страх. Страх, значит, перед камерой, да, вот показаться. Ну, можно и не показываться, можно и не показываться, можно делать очень красивые и хорошие видео и без камеры. Со слайдами. И многие так делают, и очень приятно смотреть на эти видео. Я смотрела много, да вы сами, наверное, видели. Как стать узнаваемым в Ютубе?
Вот у меня есть несколько советов для вас. Совет первый. Показывать то, что люди еще не видели. То есть сделайте видео такое, что то есть сами от себя. Как бы это будет от вас. Не то, что там чужое или что, если вы умеете видео, сделайте такое видео. Покажите, как это умеете вы. Совет второй. Снимайте на интересные, популярные темы. Можете снимать, вот, например, юмор, приколы некоторые снимают, да, и очень много просмотров. Если у вас есть такая возможность, можете вы такое снимать? Пожалуйста, тоже можете снимать. Также обучающие уроки, полезные уроки снимайте. Блог, видеоблог. Вы можете даже, вот у вас есть блог, вы можете также вот это видео снимать, что вот, например, сегодня я написала такую-то статью, такая-то тема, и вот это все вы можете показать, рассказать. И видео снимайте не длинное, 3-5 минут. 3-5 минут, самое большое 15 минут, потому что люди не смотрят, когда видео длинное, там... Не смотрят они, просто уходят и закрывают, и все, они уже и могут и не подписаться на ваш канал. Если им сразу информация не понравилась, они уже и смотреть не будут, конечно. И вот когда получаете, например, вы продукцию с компанией, в которой вы работаете, тоже можно сразу же снять видео, например, вот распаковка посылки, тоже очень интересно. И показать вот именно там, ну, 3-5 минут. 3-5 минут, не больше. Делайте качественное видео. Качественное, чтобы вот именно рисунки, там вот эти фото были такие не расплывчатые, а вот яркие. Если у вас есть там, например, хорошая камера, да, вы что-то хотите показать из своей жизни, там путешествие свое, или вы куда-то поехали, сделать качественное видео. Если нет камеры, вы делаете слайды, тоже подбирайте очень красивые картиночки, такие яркие, чтобы они были. Вот. Совет четвертый. Контактируйте всегда с аудиторией. Вам пишут комментарии, задают вопросы. Всегда отвечайте. Когда вы отвечаете, значит, люди думают, вот, значит, с нами уже контактируют. Человек работает, он находится на Ютубе. А если вы, например, сняли ролик, загрузили его и месяц не заходите на Ютуб канал, тогда не будет, толку не будет. Не будет толку. Поэтому обязательно надо контактировать с аудиторией. Здесь вы можете же, все-таки это ваши потенциальные партнеры, вот эти подписчики, они могут быть вашими партнерами. Поэтому обязательно нужно контактировать с аудиторией. Есть там прямой эфир, я говорила уже, обязательно выходите в прямой эфир. Также можете вы вот вопросы, отвечать на вопросы через прямой эфир. Или сделать видео. Сделали видео, ответили на все вопросы, там какие вам у вас подкопились. Это тоже очень хорошо. Совет шестой. Регулярность. Вот когда вы будете регулярно работать на YouTube-канале, тогда ваш канал будет очень хорошо продвигаться. Вы сами заметите. Возьмите себе за цель, что вы будете, ну, например, даже хотя бы раз в неделю загружать видео или создавать видео на такую-то тему, да? А если чаще, то, значит, у вас будет еще больше просмотров и подписчиков будет больше. Поэтому вот здесь нужна регулярная, конечно, работа. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто регулярно работает на своем канале. Меня слышно? Стараюсь. Ну вот, надо регулярно работать. И вы сразу поймете, что у вас, да, канал оживет,
Я сама тоже вот раньше, ну, не работала с каналом. Так, иногда, когда... И совет восьмой. Зацепить внимание. То есть, когда вы, значит, пишете ролик, в первую очередь, вот 7 секунд, это, как бы вам сказать, что это вот в эти 7 секунд нужно зацепить внимание вашего зрителя. То есть, вы можете сказать: «Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я для вас сделаю, там, например, видеоролик о самых важных шагов или самым лучшим способом, самым простым способом, или у меня есть уникальная возможность для вас, то есть или для вас уникальная возможность». Вот эти самые слова, они являются для того, чтобы действительно зацепить подписчика и оставить на вашем канале. Совет девятый. Призыв к действию. Всегда нужен призыв к действию. То есть в конце вашего видео вы призываете, значит, своего зрителя к действию, подписаться на ваш канал. Что здесь его ждет? Что ждут его самые важные новости от, значит, ну, там, от какой-то компании или о каком-то продукте и так далее. Совет десятый. Никогда не меняйте резко тему канала. Например, у вас была тема канала о здоровье, и вдруг вы резко решили писать о психологии, про здоровье забыли, ваш подписчик на вас обидится и уйдет. Поэтому резко не меняйте. Захотели вы писать еще на какую-то тему, можете, значит, видео снимать и на тему здоровья, и на тему психологии. Ну, например, если вы выбрали для себя такую тему. Вот такие мои советы и рекомендации о YouTube-канале. Все мы прекрасно знаем, что YouTube-канал – самый мощный инструмент для продвижения бренда, для продвижения бизнеса. И если вы обратите внимание и будете работать регулярно на YouTube-канале, то успех вам обеспечен. Ну и пока, всего вам доброго, доброго дня, и, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго, до новых встреч!